Первая пара, которую обвенчают в главном храме Минобороны, уже выбрана. Это будут супруги ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, в ближайшее время здесь откроется воскресная школа. Она будет для всех прихожан, не только военнослужащих, но и гражданских. За неполную неделю музейно-храмовый комплекс в парке «Патриот» посетили свыше 30 тысяч человек. Как отметила директор комплекса Елена Мироненко, только 1 июля в нем побывали порядка 10 тысяч посетителей.